Анастасия Шмелькова – постоянный читатель библиотеки на Кленовой. Настя увлекается краеведением и сочиняет стихи о родном городе и его героях. Про героев Великой Отечественной войны я читала и слышала рассказы про дедушки. А вот про героев, которые что-то совершают сейчас, мне бы хотелось бы побольше узнать и увидеть их. На грант президентского фонда культурных инициатив было подано более 3000 заявок из 85 регионов. По итогам независимой экспертной оценки поддержку получат 303 инициативы из 73 субъектов страны. В тематическом направлении «Гордимся героями и достижениями России» нашел признание и наш городской проект «Муром-современники». Размер гранта составит около 500 000 рублей. Целевая аудитория проекта – это подростки 12-16 лет. И аудитория выбрана не случайно, потому что это самые наши требовательные посетители. И именно для них мы хотим провести этот проект и им его посвятить. Проект о современных ребятах, героях нашего времени. Это жители Мурома, на наш взгляд, очень яркие личности, чьим примером можно гордиться. Если простыми словами, проект про честность, проект про помощь людям, про то, как можно любить свою малую родину. Ну и как бы пафосно это ни звучало, про верность и служение своему Отечеству. Проект призван познакомить ребят с нашими современниками, которыми можно гордиться за их самоотверженность в служении обществу, профессионализм и отвагу. Первые такие встречи пройдут уже в декабре. Работа над реализацией проекта идет полным ходом. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.